Тампет, сегодня будем рисовать поняшку. Вот эту поняшку. Я спросила его, и он согласился, чтобы я порисовала ее. Я уже тут пчелку нарисовала, потому что ее сложно было нарисовать. Теперь уши. Я буду без голоса, потому что у меня тут попкорн. То есть вообще не буду тут говорить. Почти. Изредка. Ну, всем рисуем. И что я по вот этой штуке рисую? Потому что я поняшек, тело по ней не умею рисовать. Да. Если ты, пожалуйста, не орите на меня из-за того, что я срисовываю, типа. Ну да, я типа тут и срисовываю. Да. С лапами нет тут проблемка. Мне кажется, как будто они верблюжили. Капец.
норма. Теперь сейчас все висюльки, пришмамульки нарисую. Теперь рисуем и зарисовываем. Так. Будем пользоваться заливкой. Так. Так. Вот эту штуковинцу сейчас стерем. Она нам не мешала рисовать. Ой. 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 Что-то не то пошло. Вуаля! Все, теперь спокойной душинкой. Душой тут рисуем, ладно. Понятных мне технических шоколадок видео не продолжилось. Почему-то сниматься. Из-за таких дел я просто покажу картинку, как получилось просто. Ну, сейчас покажу. Такая красотка получилась. Надеюсь, красиво. Надеюсь, поняшке это и понравится. Я не знаю, ее имя там просто в нике было сердечко. Это вам. Но вот этого челика я буду делать в пятницу. Ну, только котика. Это енотик. Пока. Пока-пока. Надеюсь, кому я рисовала этот, можно сказать, аватарку Арктик, понравится. Очень буду рада, если понравится. Если ты меня нашел и смотришь этот ролик, напиши в комментариях, нравится ли тебе этот рисунок.